Курсор есть замечательная фишка, которая позволяет просматривать либо с замедлением 0.75, либо с увеличением скорости прокручивания видеофрагментов без изменения высоты звука. Вашим нуждам, то вы можете посчитать о том, чем он отличается от других известных языков, и, может быть, вы найдете для себя что-то более удобное. Но я расскажу о том пакете, которым сам пользуюсь. Этот пакет называется DIX. Прежде чем приступить к работе над ним, я покажу вам несколько ресурсов, которые могут помочь вам, во-первых, разобраться с тем, как это работает, а во-вторых, понять, какие возможности существуют этого пакета. Самый главный сайт, на котором собрано множество... Очень удобно, позволяет проходить курсы два раза быстрее.